Еще недавно Анапа была настоящим раем для автолюбителей, особенно в зимний период. По дорогам города можно было проехать без особых проблем. Но сейчас автомобильные заторы стали настоящим испытанием для водителей. С наступлением лета дороги на въезде в город полностью забиты транспортом. От ЖД вокзала до улицы Крестьянской и со станицы Анапска до улицы Солдатских матерей. Одна из причин пробок – повышение плотности потока машин. Большинство гостей приезжают на личных автомобилях. Заторы создают водители, уступая путь пешеходам. Еще одна причина пробок – в несогласованной работе света. В районе Восточного рынка дорожные заторы по вине водителей. Машины паркуют слева и справа от дороги. И вместо двух полос для движения остается одна. Инспекторы роты ДПС регулируют движение на дорогах, чтобы разгрузить большие потоки автомобилей. В связи с созданием таких пробок на автодорогах посоветую водителям прочитать главу 6 правил дорожного движения, а именно жесты регулировщика, про которые они забыли, либо не помнят, либо никогда не читали. Потому что, когда приходится регулировать, очень сложно им объяснить, что нужно проехать. Жесты показываем, а водители в недоумении входят в ступор и не могут понять, что мы от них хотим. Глава Анапы Сергей Сергеев подчеркнул необходимость расширения Симферопольского шоссе от улицы Северной до санатория Россиянка за счет четвертой полосы и перехватывающих парковок. Также планируется строительство подземного пешеходного перехода в станице Анапской, что позволит устранить многокилометровые пробки. Переход построят в этом году или в первом полугодии 2015 года.